Здравствую тебе, зять. Желают. Все видят меня. Ага. Всем хорошо. А? Все видят меня. Действительно, и никак не узнают. Факт! Ух ты! Вот она, моя собственная Калошина. Я купил ее в Каркаралах. Под Успение Пресвятые Богородицы в 1915 году. Износилась она, моя старая Калошина, и стала подобна 55 годам моей неразумной и вредной для советской власти жизни. И кидаю я ее под самые ваши ноги. Дорогие хуторяне, топчите ее пятками, разорвите ее носками, так и я разорву свою прежнюю жизнь. Отрекаюсь от своей жизни трижды и трижды. Спасайте его, мужики, он разобьется. Безусловно. Отсади, граждане, отсади. Отсади. Собственно, его Калошина. Ну вот, и нету Прасова Епифана Акатова, а есть полный, на все 100% гражданин нищий. И школа ваша заняла никуда, а дом мой стоит пустой на 6 горниц. Отдаю его на благо дорогого общества. Да, было богатство. Было. Было, нечего сказать. А теперь не надо. Ликвидируй себя. На все 4. Пользуйся, дорогое общество. Записать ему, гражданину Акатову, самую, что ни на есть, общую благодарность. Да, за такой дом можно. Она врет. О, какая хитрость! Какую комедию-то ломает? Молчать, подстраховать исполнение служебной обязанности. А в таком случае в газетах пропечатать. Постойте, погодите. Ну, имуществу, которое дочерям, это хорошо. Дом обществу тоже, может, как подходящее.
А ему? Деванному сыну. Что же значит, выходит вроде как рожки да ножки? Сыну-то Еванному, значит, померу идить? А? Факт? Мне ничего не надо. Папаша наживал свои нетрудовые капиталы. Папаша им и распределитель. Я отрекся от него. И ухожу крестьянскую и рабочую красную армию. Ну, это ты врешь. Лишенцев красной армии не берут. Эх, какая хитрость. Разрешите. Кто он, мой собственный родитель? Лишенец. И я ему не сын. Гражданин Пикулин. Гражданин Пикулин, чем обидел я батрачку вашу, гражданку Сурову? Не суйтесь, не суйтесь, если не понимаете. Ну, спарились. Граждане, ваши дети уходят в крестьянскую и рабочую красную армию. А почему вы надулись, как барсуки? Почему вы не идете по заветам Ленина, Карла и Маркса? Товарищ Карл Маркс прямо говорил: сдавайте хлебные излишки на элеватор союз хлеба сроком 24 часа. Вы видите? Вас словесно предупреждаете, а вы мелите зерно на крупчатку. Я агитирую! Я агитирую! Долой спекуляции трудовым зерном. Да куда же ты? Петька, да куда же лезешь? Чушь. Кто глаза вытаращила? Выгуливай! Вон, говорю я! Держи язык за зубами! Комсомол, дура! А у тешеньки в голове прорешеньки, а топор востер на отслон башку отхватит в раз. Там
учительница, к вам Барлагуль. А ты-то кто? Я Фешка. Молодёный шар слепит, и до синих гор лёг степной простор, лёг простор до самых-самых синих гор, и до синих гор лёг степной простор, лёг простор до самых гор. Нашу жизнь наш труд крепит, ой, цвети ковыль в степи, ой, расти наш край, и сильней шагай, ну шагай давай, и песню запевай. Ох, расти наш край, ох, цвети, сверкай, ну шагай давай, давай. Эх, зацвел ковыль в степи, полотенный жар слепит, и до синих гор лег степной простор, простор до самых. Роман! Здорово, колхозник. Роман приехал. Пришел на ваш колхоз поглядеть. Ну, садись, Роман, садись скорее. Ну, давай, рассказывай, давай, говори скорее, как у вас здесь. Откуда, Роман? Ну, ясно, понятно, Турксиба. И ух ты, какой здоровенный вырос. Да, послали меня строители в наш район для подмоги. Мироныч. Ну, ребят, а где же Фешка-то? Потерялась у нас Фешка. Как потерялась? Так. Скутера потерялась. Что такое? Где у вас? Где у вас народ? Где у вас беднота, ребята? О, так скажем, кулак ушла, средначка ушла, бедначка за ним разбежался, остался один мы. Раз, два, три, четыре, пять. Не говори, Роман, по всему хутору разброд идет. Весь колхоз по щепкам растащили. Да, ясно, понятно. Ну, а где же Фешка-то? А вместо Фешки теперь здесь я. Я учительница, Елена Корн. А ребята зовут меня Линка. Линочка. Эх, да ты... Ты знаешь, какая такая Фешка? Знаю. А. Замечательная. А. Такая, как я. Ну ладно. Ясно, понятно. Давайте разговаривать о новом колхозе. А? Скажи, Анисим, скажи. Делай им, прошу, скажи. А?
заводит. Слезы катятся. Опять туды же, в колхозы царство им небесное клонит. С одним полномочным головокружение сделала, другой объявил. Тихо. Тихо! К порядку прошу. Старый уполномоченный уволен с хутора как опасность. Строители Турксиба меня послали в наш район для подмоги. Главную опасность уволили, а не главной наградили. Выходит, что наши власти от центра не слухают. По всей России головокружение идет, по всей России колхозы освобождают, а он... А лучше тебя там никого не было? А давно по хутору лохмотьями тряс? Забыл? И моих лошадок пас. Пастухах у меня ходил, не помнишь? И у меня лошадок пас. Помню. Все помню. Я прошу объяснить, что кому нужно. Мы в колхоз никого силой не тянем, ясно, понятно. Только нашего пути не загораживай. Поперек дороги не становись, раздавим. Ясно, понятно. Пужать начинаешь. Ай да, уходи. Ты, без тебя нам хорошо. Ясно? Вредный элемент к слову не допускаю. Извиняюсь. Пап! Я вредный элемент к слову не допускаю. А, не допускаю. Извиняюсь. Почему другие молчат? Почему? Беднота в рот воды набрала. Боитесь Пикулиных, Агатовых? Ясно, понятно. Слыхали? Он по бедноте плачет. Думает, что беднота по его запоет. Вот она, беднота. Кругом 16. Ларион Иванович, ну скажи ты им на совесть. Утри ты им соплю. А я чё ж? Я ничего. Я против коллектива не возражаю. Вот тебя. Может, у меня у одного не выходит ни хрена. Мы вот тоже не возражаем. Запиши, братья Клюшкины. Желающие работать коллективно, записывайтесь. Собрание считаю закрытым. Разрешите? Разрешите? Сынок! Икентий Епифанович! Сынок! Тихо! Тихо, папаша! Какой это колхоз, извините? Я тебе слова не даю. Собрание закрыто. Разрешите. Не разрешаю. Как? Так. Факт. Какой же это колхоз, извините? Табуреткой хочешь? Слушайте.
ошибаетесь, товарищ Каргополов. Не по себе дерево гнете. Ладно, как-нибудь справимся. Ну, топай. Не выйдет. Какой-то колхоз, извините. Карлик? Но от карликов пользы мало. Против них партия и рабочий класс. Чего страшно? Ты понимаешь, у нас на хуторе, как на войне. Ясно, понятно. На войне. Погоди. Закрой глаза и смотри. Да нет, закрой. И смотри. Вот стоим мы с тобой посреди степи. А крест хлеба. Наши хлеба. Колос вызрел, потяжелел. Густые, мышь не пролезет хлеба. Все это наше, ясно, понятно, Ларина, Аблаева, наше богатство. А теперь ты закрой глаза. Какой-то необыкновенный роман. Закрой, говорит, глаза, я думаю, чего.
Извиняюсь, ежели помешал. Нет, отчего же, пожалуйста. Могила. Культурному гражданину здесь тошная жизнь. Вернувшись, я увидел, что все здесь по старинке. Об чем даже горько помыслить. И как это вы, извините, выносите данную, одинокую, темную жизнь в указанном месте? А я решил перевернуть данные обстоятельства вверх дном. Неужели так и нет ничего нового на вашей родине? А что? А колхоз? Вы не смейтесь. Я, правда, очень мало знаю деревню. Но, по-моему, все будет хорошо. Мы вводим сдельщину, оплату по трудодням. Хорошо. Только, извините за выражение, вы имеете дело с карликом. И кто в нем собрался? Я знаю их насквозь. И со всей красноармейской совестью константирую лодыри. С измальства моей жизни я мечтал о социализме как о таковом. Я мечтал о социализме и презирал собственного папашу. А помыслы мои были таковы. Согнать бы всех мужиков на одно поле, выстроить один коммунальный дом, а всех лодырей, скажем, вроде Ларина Шатыря, поселить на необитаемый остров Мадагаскар. Вы, наверное, очень много читали. А в чем? Ну, вообще. Я скажу вам, по-моему, я читал бесконечное количество. Имею честь. Пока. До свидания. Конем. На первой бороде вел. Ларин конь. Дьявол, ленивый. Ну, что вы? Ты что, а? Правильно, пристало. Пристало, ребята и мужики. Че это? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Пусть-ка. Чего ж ты, например, ты прилегла? А бывало, посвистю. Сама из табуна найдет, а тут прилегла. Ну. Давай, 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 ну. Давай, давай. Подсоби, подсоби. Танец, герой, танец. Пахать не пахали, а напахались. Вот ты и посвистю. Ты что, маму коню, хозяин? Хозяин! Чего?
тебя кто? Мы все, кто тебе есть. Работники? А? Не я спрашиваю, мы кто тебе? Работники мы тебе. А? Да брось, брось, Ларион, не мути. Ну не мути, ну. Нет, ты не ругай, не ругай. Все наши. Водка. Че? Че? Вот ты-то на дурмовщинку чего хайло пялишь, а живет. Ты-то много скота привел, колхоз? Где твои дивиденды? А? А? Моя воля! Хочу, бью! Не ваше дело, мать! Ух ты, дьявол! Ты, хозяева тоже! Много вас тут! Ладно, как? Брось скандалить, брось скандалить! Убью! Ну, да, хозяева! Все вы хозяева тут, хозяев много! Все хозяева с подпорками! Ну! А ну, давай! Заработай! Заработай, ребята, давай! Ну, милая, ну, бороздой, бороздой, милая. Лестницу, ну держите лестницу, ты ведь упаду. Давай, давай, слезай, не бойся. Не волнуйся, Анисим Степанович. Ну вот и все. Едет кто-то, смотри. Чего это? Контора. Ну? Ну? Здравствуйте. 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 Кто желает честно рубить в союзе с самостоятельными гражданами, да, может идти в контору колхоза сотрудник революции и обратиться к товарищу Катову. Туды. Привезли столь чего, Анисим Степанович. Ну, где ты сам скажешь? И опять кто без муки сидит, кто голод терпит, ко мне, беднейшее сословие, получит помогу от пролетарского колхоза сотрудник революция. Туды? Ага. Факт. Ну, батюшки, ну, ты никак артель. Пожа, пожа, не стесняйтесь. Наваливайтесь, граждане, наваливайтесь. Я ему даю. Ну, 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 эх ты, ну. Пустите, граждане, погодите, граждане, пусть... Погодите, 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 постойте, говорят, ну? Постой. Уж здесь всем отпущают. Отпущают? Отпущают всем, которые есть сознательные коллективисты. Факт. На. Который здесь, извините, председатель данного колхоза? Я слушаю. Кто говорит?
Что такое? Роман Егорович, в чем дело? Толкуй, Роман Егорович. Говори. Вот, ребята, сеялку отнимают. Я думаю, отдать. Отдам! Клюшкин. Против вышестоящих органов. Убью и не гвоздя. Ой, решили не отдавать. Да. Спить бы. Сейчас. Давай, наливай скорее. Несу. Пей, Роман Егорыч. Ну, ясно, понятно. Нет, это я, ребят, не буду. Пей. Да я не пил никогда. Нет, не буду я, не буду. Без твоего почину рта не смочим. Ну, с чем нас? С ней, самой, с землицей. С именинницей. Ну, немного погадал. Здорово. Пей, да напей, 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 да напей. Нехорошо у нас с тобой вышло. Заглянувши на вас, Лина, я понял, что вы настоящий боец по построению социализма на данной почве. И я решил рука об руку идти с тобой как можно дальше. Я скучаю по вас, инок. Вы знаете,
Я вас так и зову. Инок. Вы как песня, Елена Яновна. Вы как цветок лазоревый. Вам бы черемуху нюхать, да на гитаре вальсы играть. А вы здесь, в этом степном океане. Ленок. Поймаю или не поймаю? Поймаю. 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 Нет. Далек. Ну вот, кончили. Какой ты? Таким я тебя еще никогда не видела. Так это не я, понимаешь ты. Ребята пристали. Мужики, ясно, понятно. И... Ой, ноги одеревенели. А все-таки мы кончили. Они мешали, а мы кончили. Кто они? Они? Сволочи! Кулачье! И этот, как его? Они умнее, они лучше тебя. А в тебе осталась одна зависть. Эй. Ясно? Понятно. Дорогие граждане, вас просят, как сознательных людей, не переть, сломя башку. Повторяю вам, дорогие граждане, что никакой свадьбы не зачнется, пока не прибудут приглашенные нами инструктор физкультуры и стихотворец с районного масштаба. Что ж мы их громче, что ли, здесь ждать будем? Венча без масштаба. Валяй, валяй. Не могу, не могу, граждане. Закон требует присутствия товарищей районного масштаба. А, вот и они. Дорогие граждане,
со всей своей убедительностью заявляю, данная свадьба есть культурная революция в мировом масштабе. А международное положение на сегодняшний день представляет нам ниже следующую живопись. Ура! Красным молодым! Ура! Дорогие граждане и хуторяне! Дорогие граждане! Советская власть дала абсолютную свободу вероисповедания и свободу любви по выбору данным полом. И вот вы видите первую рабоче-крестьянскую красную свадьбу. Вот перед вами стоит жених, сознательно отказавшийся от всяких темных обрядов и заменивший таковые на подобные современные торжества. А вот невеста. Означенная невеста. Крестьянская рабочая красная невеста. Никаких венцов, никаких бескультурии вредных гулянок и не чертовы тебе бабушки. Ваша очередь выступать, товарищ Чаканов. Не буду. Как не буду? Так не буду. Невеста-то выпрыгла! Не согласна, не пойдет. Клинок. После такой свадьбы любая девка головой завернет. Нельзя срывать подобные мероприятия. Ни за что не буду. Я сейчас уйду отсюда. Так тебе и нужно, дура! Спарили хрен с Редькой. Нашла жениха. Нам покажет. Он тебе концы-то найдет. А ты не цикай! Какая же это свадьба? Ты же говоришь, красная! Красная, кулацкая! Долой! 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 Как кулацкая? Как долой? Булгачили народ, пропади вы пропадом! Попошные собрали, осмотреть нечего! Долой! Кулацкая свадьба! Граждане! Сейчас начнутся танцы и декламация! То есть смелая декламация, то есть чтение стишков собственного сочинения районного поэта, товарища Непоркина. Послушаем. Валяй-валяй. Послушаем. Я помню миг, как ты стояла с серпом в руках, с улыбкой на устах, и трепетно луна на небесах сияла, и соловьиный свист не умолкал в кустах. Усталый шел я узкою тропою, из города, где шум и блеск царя, и снился трактор, и снился трактор мне над быстрою рекою, и молодых колхозов целый ряд. Так я мечтал, усталый и влюбленный, но вдруг увидел синие глаза. Стояла ты, как дуб, стояла ты, как пень, стояла ты, как клен зеленый, невинная девичья красота. Ты
выронила серп у золотого стога. Меня за шею тихо обняла, и мы пошли по солнечной дороге в колхозные зеленые сада. Не, простите, поля. Вы что? Веселенькой? Нет, граждане. Извиняюсь, граждане. На сегодня, так сказать, репертуар весь вышел. Граждане селянцы. Сейчас начнутся танцы. Почему ушла? Венок. Одним словом, раздевайся. Раздевайся. Ты знаешь, я не девушка. А, шлюха. Проститутка. Говори, кто. Я убью тебя, как последний сволочь. Говори, кто? Не смей меня трогать. Пусти. Говори, кто? Пусти. Гадина. Фешка. Фешка. Откуда ты взялась? Взялась из зерносовхоза. Я, брат, теперь 40 лошадей в руках держу. Во как правлю. Трактористка. Ну вот и нагрянула к вам, к Роману. Что ты? Что с тобой?
я не знала, кого мне любить, а кого ненавидеть. А теперь? Теперь знаю. Любви и ненависти я должна учиться у вас, у наших ребят, у Романа. Я не уйду от вас, Фешка. Я вся буду с вами. А ты его любишь? Кого? Не притворяйся. Романа любишь? Я только теперь поняла, что он мой первый, единственный. Ты не реви. Уладим конфликт. Вообще, и с Романом. В райком иди, там помочь обещались. В совхозе в ячейку валяй. Ребята у нас в совхозе хорошие. Без трактора не возвращайся. Прямо говори, не справимся. Все вопросы на ребро ставь. И вообще там безо всяких фигли-мигли. Ну ясно, понятно. Что ясно, понятно? Ну, вообще, так. Без фигли-мигли. Ну, ну ты фигли-мигли. Понимаешь, Фешка, я не могу так больше. Ты вот... Ну? Ну так, ясно, понятно. Но... Безо всяких фигли-мигли. Ну! Феша. Пусти. Ефимия Марковна, разрешите поговорить? Мы с тобой будем разговаривать не здесь. Не кричать, не кричать. Ефимия Марковна, я остался один в пустынных пространствах данной местности. И со мной 12 оболтусов вроде моего папаши. Я произошел все. И понял, заглянувши на вас, Феша, я понял, что вы настоящий боец по построению социализма на данной почве. И переродившись, я решил с тобой идти рука об руку как можно дальше. Трусил. Слезу пустил. Но только теперь... Тебе никто не поверит. Рука была, слазь, кума. Дальше ехать.
Некуда. Некуда? Но я не сдамся. Не сдамся. Вешка! Я тебя ищу, ищу. Иди к тебе, мужики из сотрудника пришли. Хотят в район писать. У них там все, все развалилось. Поднялись над горами туманы, в чистом поле белым-то бело. Ах, куда ж мы ушли, атаманы, шалым вихрем во вслед за ним. Ах, куда ж вы ушли, атаманы, шалым вихрем ваш след заняло? Сначала, сынок, ты надел на меня суму, а теперь хочешь накинуть петлю. Понимать надо, дорогой папаша. А я не понимаю. Болван, абсолютный тупица. А раньше я все понимал. Кто тебя учил каркаролинских купцов обсчитывать? Я? Кто учил по фальшивой монете у киргиз шерсть купать? Я? Я честный человек. Мне надоело притворяться перед этой хуторской сволочью. Все вы полные болтусы. Не будь меня, вас давно раздавили бы, как данный коробок. Я умнее вас. На кой вы мне черт? Я плюну ваши данные лица и уйду. Мне дорога открыта, и все семафоры подняты. Только пары раздувай. Пущай вот он, мой собственный папаша, подохнет, а потом я его сын. Никто не знает, как мне горько. Я пришел на пустырь. Я одинок, как столб в пустынных пространствах данной местности. Подождите. Вот придут они и раздавит вас вашими же машинами, и выставит как чуждый индивидуум из орбиты кровных владений. Трусы все. Мы тебя, Игентий Епифанович, слухаем. И скажи мне, пойди в Силантий, там которых пристукни, я хоть сейчас. Ну что ж, подожди, папаша. Можете отправить себя на остров Мадагаскар, заготовлять зайцев, и будешь ты рабочий крестьянский красный прасол, а я твой заместитель. Когда же идти? С
сейчас, дорогой папаша. Стучать, что ли? Факт. Кто это там, а? Отопри. Ларион Иванович. Мы насчет коня. Хочешь нового коня? Дешево. Почти за даром. Хочу. Детская радость. Ну, милые, ну, бороздой. Что? Ай, ай. Бороздой, так. Ну, милые, ну. Thank you.
Мы бы пошли к вам, гражданка. К тому все одно, одному песни не спеть. А у вас в коллективе Люба. Добро пожаловать, товарищи старик. Добро пожаловать. Приспрашивайтесь. Садись, садись, детка, на то. Сяду и блинков поем. За сегодняшний день 99 хозяйств. Может, сотым будешь? А может, я не хочу? А может, я... Один. Да ну. А может, я один? Мне отмщение и ад воздам. Ты что же это, сукин сын, поджигаешь? Поджигаю. А чей это дом? А чей это дом? Это есть общественный, это есть дом. А, общественный, ваш. Будьте вы прокляты. Ну, я понимаю. Ну, был я працал, но, положим, не с руки мне эта власть. Но почему же он, сын мой, выродок этот знаменитый, сухим из воды выходит. Выходит. Ну, да я на него
найду управу. Есть у меня на его Иуду документ секретный. Лежишь? Берите меня, граждане! Продал я ему за коня. Граждане, поджигал ваш я общественный хлеб. Поджигал. Лежишь, поджигатель, я тебя ненавидю. Арестуйте меня, граждане, арестуйте. Успокойся, Лев Иванович. Арестуйте, товарищи. Открывай собрание. Решай. Граждане мужики и граждане киргизы, мы кто теперь? Кто? Полные коллективисты? Нация? И не мешай нам, которые в контр идут. Верно. Вот что. На выселку их, долой, с хутора! Седла лошадей! Боюсь. Ты думаешь, с тобой советская власть прятаться-то будет? Встретим товарища Каргополова. Сама ведет. Сама? Ясно, понятно. На хуторе тревожно. Одна в степи. Одна
степи, а дело к ночи. Я говорю, девчонку встретить надо, кабы греха не вышло. Эй, Роман, а Катова не нашла? Пикулина не нашла? Никого не нашла? Айда на коней! Айда, оттен! Почему не он? Почему не он? Эдди! Вот он я. Ты эту штуку брось. Она нам самим пригодится. Ну вот, значит, тебе надо ехать. А тебе оставаться. А мне оставаться. А мне ехать. А тебе ехать. Да никуда ты не поедешь. Ясно, понятно. Нет. Лучше бы ты не ездила, Фешка, а? Все бы теперь хорошо, вот знай, крути, да не сдавайся, ну. Давай вместе, с нами, ну. Ну, ясно, понятно.